Итак, друзья, сейчас у нас весна, это значит, что пришла пора броши из бисера. У меня на канале есть несколько видео, я и в прошлом году снимала подобные видео о изготовлении броши, но в последнее время стало много достаточно приходить вопросов по поводу рассказать более детально, как же я это все делаю. Ну что ж, я решила снять это видео и на примере достаточно вот такой вот простой броши в виде листика дуба все рассказать и показать, и каким материалом я пользуюсь, тоже это сегодня мы оговорим с вами. Итак, прежде всего, это фетр. У меня, я использую фетр, который я покупала еще в прошлом году на AliExpress. Я заказала вот такую вот разноцветную пачку. Здесь более 40 единиц разного цвета, что достаточно очень удобно для начинающих, особенно когда вы не знаете, какого цвета вы будете делать следующую брошь. А так взяли, подобрали, и в принципе по размерам, как вы видите, все очень отлично подходит. Однако большой минус, да, что данный фетр нужно ждать порядка месяца, может быть, то и больше из-за доставки. А в итоге сейчас я пользуюсь еще одним фетром от магазина Монпасье. Итак, вот такой вот у меня фетр. Мой кот полежал на нем. Надо его будет почистить. В итоге этот фетр достаточно толстый. Я на нем уже делала свою брошь в виде фотоаппарата. И вы знаете, очень удобно на нем работать. Очень качественный. Но он достаточно недешевый. Вот такой вот лист фетра стоит 45 гривен. То есть эту пачку я заказала за 1 доллар. А здесь только один лист стоит 45 гривен. Но он достаточно качественный. Далее, это как же все-таки перевести. Как же, если вы, допустим, плохо рисуете. Как же вот так вот красиво, чтобы у вас все это дело получилось. Как же перевести и нарисовать ту картинку, тот замысел, который вы хотите воплотить. На самом деле все достаточно просто. Я вбиваю в интернете вот такой вот просто шаблон листик брошь. И появляются такие вот заготовки. Я выбираю то, что мне больше подходит. Затем вырезаю, перевожу с помощью карандаша. И все. И затем уже там дорисовываю внутри, как мне нужно. И в принципе я так делаю все свои броши. Далее мы идем, это, как вы видите, я уже вышила без вас контур с помощью канители. Я до этого использовала мягкую канитель с AliExpress, но она была достаточно неудобная, она отвратительного качества, и это я поняла, как только купила канитель вот в магазине Монпасье, жесткую канитель, я просто от нее счастлива. Я вам сейчас покажу, единственное, она тоже стоит подороже. Вот это канитель. Надо еще приобрести себе такую же канитель в другом цвете. Я очень ею довольна. И вы знаете, работать стало в разы удобнее, быстрее, потому что та канитель, она без конца у меня рвалась. Она, если слишком туго пришьешь, она снова ломалась. В итоге жутко неудобно было работать. Эту канитель я рекомендую. И, кстати, я как бы не устаю повторять, что все ссылочки на товар, который я заказываю, я всегда оставляю в инфобоксе под видео, чтобы вам, прежде всего, было удобно. Итак, идем далее, и мы переходим к бисеру. Вы знаете, вот одна из моих палеток. У меня на самом деле сейчас много бисера, не то, что когда я только начинала. И я покупаю его в абсолютно разных магазинах. Допустим, этот бисер я покупала в магазине для творчества. Какой-то бисер я заказывала на AliExpress, но это совершенно невыгодно, ожидать долго, качество такое же. И по цене, причем все то же самое. И какой-то бисер я также покупала в магазине канцтоваров. Сейчас я вам его покажу. Вот, допустим, такой бисер в баночках я покупаю в магазине канцтоваров. Стоит он также, и качество отличное. В итоге насчет бисера я абсолютно не заморачиваюсь, их вижу, нравится цвет, там и покупаю. Причем по цене, я же говорю, нет смысла заказывать с AliExpress. Единственное то, что реально
есть смысл ждать, это камни. Вот, допустим, покажу на примере своей броши в виде фламинго, которую я делала, это одна из моих первых брошей. Вот такие вот камни, они достаточно дорогие в магазине для творчества. Вот тут маленькие мне еще на клювике. И вот их я заказываю на Алиэкспресс. Они там тоже, не скажу, что прям очень дешевые, но в разы дешевле, чем, допустим, покупать в Украине. Не знаю, может и потому, что я еще не нашла как бы хороший магазин, где можно купить такие вот камни. Пока я еще в поиске. Пока я и стразовую цепочку, кстати, и камни я заказываю на Алиэкспресс. Итак, вроде бы все прошлась, рассказала, и сейчас будем вышивать. Вышиваю я с помощью мононитки, это тоже покупала в магазине для творчества, и с помощью там иглы, которую тоже можно приобрести там же, для бисера специально. Итак, сейчас будем вышивать и фантазировать с вами. Итак, вот что у меня получилось. На самом деле, как я вообще придумываю свою будущую брошь, я как-то заранее не могу спрогнозировать, какая она будет до конца. Я просто примерно понимаю, в каких я цветах хочу сделать. Потом раскладываю весь бисер в этом цвете и начинаю подбирать. А в итоге я вышила здесь стеклярус, мне захотелось, чтобы, да, он так красиво переливается, чтобы все-таки такой акцент был все-таки на структуре листика. И еще я купила вот такие вот цветочки. Это у нас считается как глиттер. Я как раз его купила вот накануне в магазине констоваров. Вот так вот. И буду его пришивать. На самом деле я... Пока у меня задумка такова, что здесь будет внизу более темный оттенок, и потом кверху все будет становиться ярче и ярче. Вот. Ну и еще я хочу такие вот цветочки тут попришивать. Они классно смотрятся. Посмотрите, как блестит. Я думаю, что так как у меня нет камней желтого цвета, а я очень люблю камни добавлять в брошь, то я думаю, что вот эти цветочки станут украшением. Ну что ж, сейчас будем пробовать. Так вот, что у меня сейчас получилось. Брошь получается очень нарядная, мне кажется. Очень переливается этот стеклярус и особенно вот эти вот цветочки. В итоге, как я решила сделать? Здесь, как вы видите, я использовала более темный бисер. И более темный бисер я буду использовать, в принципе, вот в этой части.
там, где ближе всего к веточкам. Вот. А здесь, чем ближе к краю, я буду использовать более светлый бисер. И вот здесь вот я вот решила, и даже вот, не знаю, видно или нет, здесь я даже сделала такой вот переход с помощью золотого бисера. Очень мне понравился бисер, который я купила, вот одна из моих последних покупок. Светлый бисер крупный, а внутри желтая серединка. И вот его как раз я и использую по краям.
Итак, вот такая вот брошь у меня получилась. Немного хотела акцентировать внимание на обработку задней стороны броши. Итак, для того, чтобы брошь у нас получилась, скажем так, более прочная, потому что как ни крути, но фетр более мягкий материал, то я перевела на картон. Я картон использовала обычный, который я нашла под рукой. Свою брошь вырезала, и специально я, как вы можете заметить, вырезала чуть-чуть не по размеру. Я это сделала специально, намеренно, потому что когда мы будем обрабатывать края, нам очень будет важно, чтобы картон вот не выглядывал нигде. И лучше вот где-нибудь вырезать его более меньшего размера, но вам в будущем будет удобнее обрабатывать края. Вот, и затем, получается, мы наклеили картон, и следующий этап, не оставим же мы вот такую вот нашу брошь, да, вообще это выглядит некрасиво, плюс края тоже выглядят некрасиво. Нам нужно это все дело с вами доделать. И я точно так же мы переводим как бы контур нашей броши на фетр. Я буду использовать такой же цвет. И точно так же переводим нашу брошь на фетр, вырезаем. И также все будем это дело приклеивать. Я, кстати, приклеиваю на клей-момент. И уже вот сколько броши я делала, все держится отлично. И буквально пару слов хочу сказать вот за эту вот веточку. Я, признаюсь честно, делала впервые, использовала вот именно такую методику. Вот у меня наподобие только есть брошь фламинго, я тут делала лапки, но не очень у меня удачно это все дело получилось. Я хотела сказать, что вот у меня брошь уже полежала и достаточно крепко держится моя палочка. Думаю, что с ней ничего не случится, если только там не выдирать ее намеренно. Вот. Ну и переходим дальше. Итак, мы все приклеили. Смотрите, как красиво у нас все выглядит сзади. Но, как вы видите, некрасиво выглядит именно бока броши. Поэтому сейчас мы с вами будем обрабатывать края. Я вдоль всей броши буду пришивать вот темно-коричневый бисер. И тем самым, да, у нас будет получаться такая вот красивая картинка. Вот как раз для этого я и говорила не сильно близко приклеивать картон, потому что в некоторых моментах, вот если мы сильно приклеим, то мы потом не сможем проткнуть это все дело иголкой. Все достаточно просто. Так, я беру бисер, так вот продеваю и провожу через петельку, да, через свою леску. И вот такая петелька получается. Вот такая брошь у меня получилась. Кстати, достаточно легкая в исполнении. Данную фурнитуру я также заказывала на AliExpress, но ее также можно купить в магазине для творчества. Хочу сказать несколько слов, что мои броши еще далеки от идеала, мне есть еще над чем работать, куда стремиться. Однако хочу дать все-таки несколько советов.
Если вы только планируете начинать вышивать броши, то начинайте с каких-то легких сюжетов, допустим, вот с такого вот листочка. Не начинайте сразу с какой-то сложной картинки, потому что большая вероятность, что оно у вас не получится так, как вы это задумали, и вы расстроитесь и перестанете в дальнейшем их вышивать. А так попробуйте с какого-то вот такого вот листочка. На создание данной броши у меня ушло, буквально, наверное, часа 3, если посчитать все в общем, с обработкой краев. Вот. Ну что ж, на сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам мое видео понравилось, вы поддержите меня. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите. Я с удовольствием отвечу на все комментарии. А на сегодня я с вами прощаюсь и говорю, до новых встреч в новом видео. Всем пока-пока!